другому. Что случилось, Акуля? Очнись! Очнись! Где я? Где Резнов? Ты будешь отвечать на наши вопросы. Понял? Вы кто вообще такие? Это не важно. Важно, кто ты такой. Пошел как ты! Как тебя зовут? Где ты родился? Москва, Россия. Тебя зовут Алекс Мейсон. Ты родился в Фербенсе, штат Аляска, в 61-м. Ты служил в ЦРУ, в команде ликвидаторов, известной как Операция 40. Это так? Это так? Да. Где находится станция радиовещания? Я не знаю, о чем вы говорите. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают? Ничего я не знаю, ни про какие цифры. А как насчет Драновича? Помнишь его? Расскажи нам то, что мы хотим знать, и мы гарантируем тебе безопасность. Так, начнем сначала. Куба, 61-й год. Залив свиней. Мы знаем, что ты там был. Нет. Не дури мне башку, Мейса! Я знаю, когда ты врешь. 61-й. Залив свиней. Что там было? Там всех убили. Враг бесполезно, Мейса. Мы знаем, что там был ты, Вудс и Боуман. Вудс. Боуман. Драгович. Ты помнишь Драговича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Скоро сюда заявится полиция. Надо торопиться. Луц, как жизнь? Живу, Карлос. Боумана помнишь? Карлос. Это Мейсон. Карлос. Достал, что надо? Он будет здесь, на плантации. Моей плантации. Нападение на аэродром отвлечет их, а вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Saca los papeles. Ahora. Salte de aquí, puta capitalista. Oye. ¿De dónde tú eres? Я сказал, откуда вы? Не дергайся, Вудс. Жди. Давай, говорю. Ладно. Все готово. Собирайтесь. Извини за бар, Карлос. Нет проблем, мы разберемся с телами. Люди выходят из машин. В руках дробовики. Боуман, Карлос, прикрывающий огонь. Будем пробираться через улицы. Мейсон, ко мне. Пошли. Перезаряжаю! Прикрыть! Нога в стрелке! Все поражена!
Вселенцев. Началась высадка войск в заливе свиней. Ты направлялся в комплекс Кастро. Мы его теряем. Давай еще раз, выбора нет. Какого хрена? Вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже сейчас. Это сигнал. Являйся! Вот так. Вместе. Hay pasión empezó. La pista de aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Repito. Mesa, sin mí. Están lo cierto. Отлично, они все прикрыли снаряд. Впереди конвой, не вступать в бой. Пройдут мимо. Оман, заходи слева. Выдвигаемся. Ждет успех. Наших руках. Поехали.
сахарную плантацию. Вот и аэродром. Надеюсь, Карлос удерживает самолет. Он нас еще не подводил. Остаться в плотной перемен. Пускайся скорее, цепляйся! Минар! Наших рук. Нет. Это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Какого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно. Это была ловушка. Они знали, что мы придем. Этот сукин сын Драгович. Да. Это он за всем стоял. Куда Драгович вас отвез? В Россию. В исправительно-трудовой лагерь. Кошмарное место под названием Воркута. Что они с тобой сделали, Боже Воркута, Мейсон? Чего они только не делали. Почему Кастро не убил вас? Зачем он тут, Драгович? Ведь Кастро и Драгович работали вместе. Вы были подарком? Да. Да. Куда Драгович сдал вас? Воркута. Сущий ад. Я выживал. Что было в Воркуте, Мейсон? Сам за себя. Чуть меньше года. Ну же, Мейсон, что они сделали? Я бы сдался и подох там. Если бы не план Резнова.